перейшов на другую сторону, там прохода не было. Самолет спускается, точнее вертолет, по-моему, соседний мост. Но я иду по Галатскому мосту. Вот там знаменитая башня Галатская, по-моему, называется она у нас. Тут ресторанчики все на первом этаже. Так, да, там я пройти смогу, я вижу уже. С той стороны прохода нет. Вон с той стороны, если идти. А вот это и есть. Так, ну ладно. Сейчас посмотрим, как там дальше идти. Так, а, ну тут надо подниматься уже на верхний этаж и идти по дождикам, скорее всего.